Блин, какая же она классная. Я раньше таких не встречал. Конечно, ведь у тебя на районе такие не водятся. Очень смешно. Ну, хотя ты прав. Ладно, в любви же важны чувства, а не с какого-то района. Ты прав. Еще позавчера ты посмеялся над этой фразой. Видимо, тут все серьезно. Да я уже привык, что Леон где-то вечно в облаках витает, как эту Алексию встретил. Меня так это бесит, если честно. И закончили упражнение. У меня для вас новость. Так уж получилось, что сегодня у одного из вас день рождения, а именно у Кати Кэт. Давайте поздравим Катю. И поэтому мы устроили вечеринку в честь дня рождения Кати Кэт. А я сегодня не Катя Кэт, я сегодня Катя Хэппи. Ну как Хэппи Бёздэй. Как Хэппи? В смысле? Я чё, каждый день должна запоминать, как её там зовут? Бред какой-то. У неё чё, раздвоение личности, что ли? Ну что, девчонки, как смотрите на то, чтобы сделать тусу покруче этой? А что за повод? Да повод найдётся, не переживай. Го. Бабочек считаю. Вот сколько бабочек насчитаю, столько желаний в этом году исполнится. А вот если шмель попадет, то это значит минус 2 желания. Ладно, я побежала бабочек считать. Ну вот, она и сама ушла. Ничего даже придумывать не пришлось. Я думаю, что будет правильно сделать подарок. Сюрприз для Кати Кэт. Полностью согласен. Хорошо, тогда давайте скинемся рублей по 200 и что-нибудь ей закажем. Слушайте, а у меня у самой будет туса сегодня. Если хотите, приходите. А по какому поводу и почему сегодня? У меня сегодня 10-тысячный подписчик на канале. Такое случается раз в жизни. А потом нельзя отметить? Нет, нельзя, потому что завтра я уже буду праздновать миллионы. Короче, если хотите, приходите. Да, конечно, я бы пришел. Только она всех позвала. Надо бы как-то выделиться. Есть у меня одна идейка. Слушайте, а давайте скинемся не по 200, а по 300 рублей. Ну, день рождения же все-таки. Ну да, по 300. День рождения же все-таки. И давайте мы сами выберем подарок и, так сказать, возьмем на себя инициативу. Вот это новость так новость. Леон там что-то придумал и в меня вписал. Нормально такой. А может быть, как-нибудь заранее рассказать об этом? Не, не судьба. По-любому там что-то с Алексией связано. Что он еще может придумать? Хорошо. Тогда скидываемся все Леону на карту. Так, это сдала. Сдала. Ну что, все сдали? Да, вроде да. Ну и что дарить будем? Слушай, тут, конечно, вариант беспроигрышный. Конфеты. Я вон, уже даже доставку оформил. Конфеты? Серьезно? Ну, а что ты тогда полчаса сидел в приложении, кому-то букет выбирал? Слушай, я такой план придумал, что эти деньги мы разделим на два подарка. Один Кати Кэт, а другой Алексей. Хитро придумано. В твоем стиле. О, курьер же подъехал. Пойду встречу его. Только смотри, не попадись. Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. Это, наверное, ваша? Да, вот, берем. А, да, вижу, спасибо большое. Все. Хорошего Все. Дня, до свидания. Вот, до свидания. Ну, привет еще раз. Привет. А ты придешь на вечеринку ко мне? Я не знаю еще. А я думала, ты готовишься, цветы, конфетки купил. Это же мне, да? Конечно, ты же самая красивая девочка в лагере. Спасибо большое, как мило. Ну ладно, тогда жду тебя на вечеринке. Спасибо большое, это очень мило.
Капец, что я наделал? Было 2 подарка, а теперь 0. Блин, что делать? Что Тим скажет? Капец. Что с тобой? Я только что цветы и конфеты Алексею отдал. Чего? Нет, букет надо вернуть. И как же? Ну, как? Не знаю, скажи, что это была шутка или ошибка. Ну, придумай что-нибудь. Но букет надо забрать, он же не для Алексея. Ладно, так и сделаю. Да не могу я Алексею сказать, что это шутка была. И Тима, что скажу? Что теперь делать? Букет надо как-то возвращать. Ну как? Ну что, Алексей, давай, колись. Кто тебе этот букетик загорел? Если я вам расскажу, то вы разболтаете это по всему лагерю. Да не парься, ты никому не скажешь. Ладно, только обещайте, что никому не разболтаете. Тим мне подарил этот букет, Тим. Тим? Да, Тим еще сказал то, что я самая красивая в этом лагере. А, девочки, я тут вспомнила, мне нужно кое-куда сходить, позвонить. Я сейчас приду. Окей. Никому мне не надо было звонить. Я просто была в шоке от таких новостей. Ну, подарил он ей и подарил. Значит, она ему нравится. Логично же. Ну, пусть нравится. Нет, а чё? Нет, ну а что, я должна была сказать, что это мне Леон подарил? Ну, он же ни о чем. То ли дело Тим. Ну, приукрасила немножко, чё такого-то? Тим и так мне будет скоро дарить цветы. Вот увидите. Поэтому не соврала, считайте. Мы тогда с тобой, Алексей, сходим за столовыми приборами, ну и заодно посмотрим, как там проходит их день рождения. Ну да, наверняка там полный тухляк. Заодно всех позовем сюда. Ладно, пойдем. Так, ребят, поймали тишину. У нас сегодня знаменательный день, и мы всем нашим дружным коллективом хотели бы поздравить Катю Хэппи с днем рождения. И ребята подготовили для тебя сюрприз. Дорогая прекрасная Катя, весь наш коллектив решил подчеркнуть твою женственность и подарить подарок, и, конечно же, поздравить с днем рождения. Поздравляю с днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! Да что он из себя вообще возомнил? Зря он так со мной! Он еще пожалеет! Спасибо, мне все очень понравилось, но вот... Только можно цветы в воду поставить? А лучше в землю! Ну, конечно! Почему бы и нет? Припереться? В смысле? Так я цветы и конфеты тебе подарил. Я что-то не поняла прикола. Это что, 2 одинаковых букета, что ли? Или это один и тот же? А, точно. Подарил. Только кому-то еще этот же букет подарил?
Я знала, что Катя не любит цветы, и поэтому сделала все так, чтобы они достались тебе. А, ну это звучит благородно, в принципе. Как интересно получается. Вся эта вечеринка была придумана только для того, чтобы строить свиданку с Леоном. Значит, цветы тебе Тим дарит, а свиданка с Леоном? Что-то я совсем запуталась. Я была тебе лучшим другом. Подожди, это не то, о чем ты подумал.